рассматривать будем сегодня по существу или пройдем предварительное рассмотрение с принятием решения на следующем заседании комиссии? Именно такими словами встречают виновников члены административной комиссии. Большинство соглашается разбираться с тягостным делом сразу. Самые частые нарушения – несанкционированная торговля и парковка на газонах. Я ставил еще на снег ее, потом уезжал, и получилось, что снег ставил. Два колеса у меня на газоне получилось. Где-то 50% на 50% жители признаются, либо нет. Но, как бы, как правило, к таким делам, когда автомобиль припаркован на газоне, прикладываются фотоматериалы, фотофиксации, и там уже четко видно, припарковался на газоне, либо нет. Комиссия собирается раз в 2 недели. Рассматривает от 15 до 40 дел. Попавшихся в первый раз наказывают мягко, минимальным штрафом или даже просто предупреждением. К рецидивистам применяют закон по всей строгости. Штрафы в этом году выросли. Торговля в неположенном месте теперь стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Парковка на благоустроенном газоне от 2 до 5. Администрация Колпинского района просит вас соблюдать законодательство и не допускать нарушений. В противном случае к вам будут применены меры административной ответственности. Комиссия работает в непрерывном режиме, и мы подходим объективно, но строго. Избежать неприятных процедур просто. Достаточно соблюдать закон. Артем Поттер, Андрей Поляков, новости Колпинского района.